зовут Ира, и с вами рубрика вокальных советов от школы вокала Drive. Сегодня мы поговорим о том, как сделать свой голос более сексуальным. Для этого есть множество упражнений, но самое главное, сексуальный голос — это голос свободный, это голос, который гармоничен с вами внутри. Мы сделаем серию дыхательных упражнений для того, чтобы освободить вашу гортань и насытить обертонами и тембральностью красивой, бархатной, все ваши резонаторы. Первое вокальное упражнение, оно же дыхательное, очень простое. Мы просто берем себя за ребра и делаем вдох, расширяя ребра и потом сужая их на выдохе. Вдох делаем через нос, выдох через рот. И еще пару раз, вдох, выдох. И теперь вдох, делаем прогиб, выдыхаем, наклоняемся вперед. И снова вдох. Теперь, если у вас немножечко закружилась голова, это хорошо. Вовремя остановитесь. Сейчас поставьте руку на грудь, там, где у нас находится грудной резонатор. Поговорите очень низким голосом. А, да, сегодня я говорю низким голосом. Даже если вам будет смешно, все равно старайтесь понижать тон утрированно. И сейчас мы споем очень низкий звук, опуская все ниже и ниже, для того, чтобы прочувствовать работу нижнего резонатора. Делаем вдох. И в конце выдыхаем звук. Сделаем еще раз вдох. Таким образом, через несколько раз тон вашего голоса опустится, и вы почувствуете его более низким и более сексуальным. И теперь, когда звонит ваш муж, да, любимый, пожарь мне картошку.